Сегодня днем в Москве очевидец заснял ужасающую картину. Возле магазина стоял православный батюшка и собирал пожертвования на строительство храма. Рядом стояла пожилая женщина и продавала цветы. Батюшка был изрядно недоволен тем, что ему никто не жертвует, а вот цветы покупают. Вначале он начал просто ругаться матом на женщину и требовал, чтобы она свалила. Потом он ударил ее ногой по цветам, так как в руках у него была икона. Этот момент попал на видео. Очевидцы возмутились таким поступком и вызвали полицию. Они уговорили пожилую женщину не оставлять этот случай без внимания. Тем более, что некоторые очевидцы утверждают, что батюшка был выпивший. Прибывшая полиция вначале не хотела брать заявление от женщины, но под давлением людей все-таки оформила происшествие надлежащим образом, приобщив видеозапись к делу. Журналисты обратились в РПЦ с просьбой прокомментировать произошедшее. Им ответили, что, вероятно, это был мошенник, переодевшийся в священника. Однако, одна из женщин-очевидцев уверяет, что батюшка настоящий, она точно знает, в каком храме он работает, и сообщила эту информацию правоохранительным органам.